Все, мы выходим из дома. В подъезде. Кристина сейчас закроет. А я вам пойду пока что покажу вид с балкона. Вид во двор, там ребята футбол вон играют. Вот как раз можно будет уже проверить, как нас будет лучше слышно или нет. Что, вызываем? Да. Видите, у нас в доме здесь три лифта, получается, два. Как пассажирские, что ли, маленькие. Ну, когда жили доходом до дому. Да. Там было два, все. То есть большой. Да, очень здорово. Так, что-то приехало. Не забудь здесь. Угу. О, у нас сегодня грузовой. То есть, какой-то. Повезло, видите, прям? Так, хотя у нас же 10 этаж. И ну, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Взаимно. Все, мы спустились на первый этаж. Да, Кристин? Да. Ну что, рассказывай. Может, кстати, показать даже. Ну да, то я думаю, оттуда с... Аккуратнее. А здесь у нас сбоку находится пекарня. Кристина там покупала себе булочки. Да, еще один очень пирог, калорийный безумно. Он там, а по-моему, с черникой был. Ну, он классный, конечно, но очень-очень калорийный. Здесь уже находится пивнуха, Кропива, и вон ярмарка. Ну, ярмарку мы будем показывать уже как пойдем на нее. Сейчас нет смысла, потому что мы сейчас движемся не на ярмарку, а движемся в другое место. Вот сколько тут всего. Вон дворики покажи. Кристина идет мусор выбрасывать. Покажем сейчас все. Ты все хочешь выбросить? Да. Это что-то прям впервые. Да, мусор, конечно. Никто ничего давно не вывозит. Я сделала это. Все, движемся в сторону красной. Друзья, мы, короче, пришли на красную.
сейчас в Александровском саду напротив кинотеатра «Аврора». Фонтаны включили, вон уже даже дети бегают. Что, Кристин, хочешь присоединиться к детям? Нет. Почему? Если не как наряжная, специально. Те, кстати, танцующие фонтаны, их еще как-то ночь включают подсветку, она светится. Вот-вот, поднимаются. Как тебе? Хорошо. Сегодня, кстати, не так жарко. Сегодня всего лишь где-то 17-18 градусов. Но я вот сейчас думал, что будет прохладно. Ветер, конечно, есть, но не такой, что прям вот прятаться. Но вот я хожу в футболке, Кристина пиджак все-таки натянула. Да? Пиджак все-таки натянула. А что не так? Ну, говорит, что не так холодно, не так жарко. Во. Надеюсь, музыку слышно. Так, друзья, иду сейчас снимаю, Кристина меня все поправляет и поправляет. Ей не понять, то что целый год не было видео на канале. Это очень тяжело, на самом деле, даже сейчас подбирать слова на камеру. То есть такое впечатление, как будто вот, ну, 3 года назад вернуть, и такое же ощущение, идешь там, водкаешь, то есть это все придется вырезать там. Где-то подбираешь неправильные слова, сейчас вот, например, около этого. Около фонтана сказал вечер, ой, ночью, там, думал сказать вечером. То есть и слова приходится подбирать заново. И так как не было целый год никаких видео, то есть больше занимался там писаниной, там, писали, там, занимался, то есть лигой это дворовой в Орехово-Зуево. И вот, ну, чуть-чуть было, наверное, не до этого, то, чтобы что-то снимать, там, что-то рассказывать, показывать. Вот. А сейчас то, что мы сюда приехали заново, хочется вести свой блог, так как скидывал всем, ну, там, многим ребятам видео, там, с Краснодара, там, и прочее. И, то есть, кому-то там не нравилось, кому-то нравилось. Вот. Но здесь реально есть что показать. Здесь реально это крутой город. То есть по сравнению даже с Москвой, не знаю, мне он нравится больше, чем Москва. Но это не в обиду москвичам. Ну как, Краснодар лучше, чем Москва? Ну, знаешь, такая 50 на 50 здесь, ну, можно сказать, и так, и так. То есть смотря с какой стороны посмотреть. То есть есть свои ну, плюсы, много тоже. Один плюс есть, за Краснодар, плюс, за один плюс за Москву. Ну, в принципе, местоположение выигрывает. Угу. То есть... И какая-то определенная инфраструктура в плане того, что все есть. Но опять же, есть свои минусы, их тоже немало. Поэтому я говорю, здесь есть свои минусы у Москвы, есть свои минусы у Краснодара. Поэтому здесь каждому свое. Я не могу сказать. Ну так вот, ну, короче, мы, может, даже видео запишем о наших плюсах и минусах самого Краснодара и даже ну, со сравнением с Москвой, с Московской областью. Почему именно сюда? То есть, ну, я на самом деле хотел на море, но Кристина все отказывается. Не хочет она на море. Но Краснодар тоже он такой хороший город тем, что тут нет зимы. Самое главное, наверное, это его плюс. Ну, отдельно видео запишу тоже. А так чуть-чуть вам Александровского сада. Александровские ворота, да, в Кристин? Как Александровские ворота называются? Вроде как, да. И там он памятник Екатерине.
святой. Я не великий историк. Да, мы вообще не историк, мы вообще. Ну да, мы будем верить тому, что написано. Мы, конечно, не всему верим тому, что написано, но тут написано, Александр III. А, Триумфальная арка. Вот, точно, Триумфальная арка. Вот мы стали лохи вообще. Людей сегодня море вообще. Больше, чем каждые выходные. Гоу купается. Что ты хочешь? Садимся. Я говорю, людей сегодня больше, чем вообще, как обычно. Даже больше, чем во все, наверное, выходные, в субботу, да, и воскресенье. Такое чувство, как будто собрался весь город, и еще близлежащий округа. Ради прикола как-то придем, покажем, как здесь, сколько здесь народу, когда выходные обычные. То есть вообще не столько. То есть мы даже немного не рассчитывали. Сейчас дойдем до городской площади, до центральной, и посмотрим там, что как. Есть какой-то концерт сегодня там или что-нибудь еще? Ну, да, мы, конечно, не особо любители таких масштабных мероприятий, потому что, ну, скопление людей, все. Ромыч! Не любитель. Но постараемся для вас отснять побольше. Интересно. Да нет, и самим было интересно выйти, потому что сидеть дома, мы и так 3 дня сидели, работали. И сейчас надо было просто хоть выйти, проветриться, себе, ну, показать, да, людям, на людей посмотреть. Выйти, так сказать. Погулять. Пришли мы, короче, на центральную площадь, а здесь пусто, вообще ничего. Время сколько там, 4 часа уже? Вот, я думаю, 5 уже, ладно. Вот. А, думаю, какое-то веселье будет, либо что-то еще. Ну, мы сейчас зато перейдем на Нижнюю Красную, посмотрим, что там будет. То есть мы показали здесь вам чуть-чуть на видео, то, что какая дичь происходит. А, мне кажется, дальше будет еще круче. Здесь, пожалуйста, все. Прохладно.
Все по-хорошему. Каждый праздник есть.
Дворец спорта Олимп. Очень часто хотели с Кристиной сходить туда на гандбол. Но что-то у нас все не довелось ни разу. Но сейчас сезон у них уже заканчивается. Думаю, то, что сходим уже в следующий сезон на гандбол. Тут женская команда. Баночка. Да, по-моему? Да. Баночка. Попадем в следующем уже сезоне на них по-любому. Также еще ни разу не были на баскетболе. Хоть и дошли один раз мы до баскет-холл, но ни разу не были. Мы там были. Мы были. По-другому забыть. Да, мы там были на конфе. Конференция была там проходила 25 марта. Правда, очень далеко находится именно место проживания, где мы снимаем квартиру. То есть туда ехать на двух автобусах? Да. А мы шли пешком, вы не представляете. Туда идти 2,5 часа. То есть, ну, по сути-то такое удовольствие недолгое, но жесть. То есть на двух автобусах. Как-нибудь снимем вам, как что такое краснодарские маршруты. Но покупать все равно нужно там и не раз. Я так думаю. Ну да, как сходим по-любому. Но нам ближе сходить на Краснодар. Также на Кубани ни разу не были. То есть кубанчик сыграет здесь в край. Идет на втором месте. Ну, может, тоже как-нибудь сходим на футбольный клуб Кубань. Посмотрим, как они играют сейчас. Да, и пойдешь к ним, пойдем на Кубань. По возможности, конечно. Ну, будем смотреть уже, что как. А сейчас мы движемся к Кубани, только к речке. Хотим посидеть чуть-чуть, на закат посмотреть. Время уже сейчас у нас 7:00. Начинает уже темнеть. Вот. Красная вообще, как обычно. Но сегодня она прям самая живая, наверное, когда-либо. Особенно вот нравятся нам вот эти балалайщики. Да, да, они очень круто играют. Я в историю выкладывала и поснимала их также на эту камеру. Я думаю, как-то это во влог обязательно попадет. Они вообще обалденно играют, прям энергично настолько, прям они проникнуты. Ты музыкой, мелодией играют, но это очень круто, конечно. Кристина, как обычно, я говорю, пойдем в пятерку. А она идет дальше. Есть на это оправдание? У нее нет оправданий. Все, вот мы пришли в пятерку. Тут достаточно такой крутой микрорайончик. Набережная. Кубан-набережная. Да, вот это отель. А вот это не знаю, что. Мне кажется, это жилое. Пяти, да, по-моему? А? Пятизвездочный, да. Вот это отель, а мне кажется, что вот этот тоже отель, и то. Ну, не знаю, не знаю. Thank you.
только-только дошли. Будем, короче, уже отдыхать. Сегодня был очень насыщенный день, очень хорошо так погуляли, много что увидели. Вот, улица Красная была прям очень сильно наполнена, то есть по сравнению с другими выходными, ну, мы как-нибудь покажем. Вот, Кристина очень сильно опять устала, да? Сейчас она будет отдыхать, фотки обрабатывать, да, и писать пост. Да, меня любят снимать в таком состоянии, когда мы прошли там порядком около 30 километров, наверное. 28 километров, даже не буду врать, покажу сейчас, сколько у нас за сегодня. Сейчас, секунду, пока же показываю себя. Так, где вот оно? Итак, за сегодня у нас 27 километров, 840 метров, пройдено 40 943 шага. Все, мы отдыхать. Всем спокойной ночи. Видео будет 10 числа, точнее уже завтра.